Движение, а обед по расписанию. Вы находитесь на канале Хартобзор. Ой, блин. Я же сменил название. Привычка. Сорян. Простите. Игровая доза. Во. Продолжаем проходить Train Sim World 4. Недавно вышло новое дополнение. Австрия, Германия. Сейчас поедем, до дорога позднее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, соответственно, пока мы едем, мы будем есть. Все-таки это товарный поезд. Тоже ответственности много. Ну, хули его подготавливать. Любой дурак может туда подготовить. Штюрлун. Чё там у нас от них? Чё они, блядь, с фоторежимом сделали, дебилы? Нахуй они вообще его трогали, блядь? Пиздец, мимо какой, блядь. Это не говори, ему хорошая работа. Но, блядь, что мешало нахуй? Работала и работала. Нет, блядь, надо трогать нахуй. Чё, блядь, не трогать? Она, блядь, не просит нахуй. Thank you.
Фига, вот тут прям застряло, вот тут кусок мяса. Thank you.
что такое станции? Störung.
equipos. Там было 20. Да. Еще вкусный немецкий пирожочек был. Точнее, кексик. Вот это Даша. Вот это вот, что я привез. А вот это вот, по-моему, сейчас повезло. У нас 20 было, а там 16. Сабы. Машинист поел. Готов отправляться в далекий путь. Хоть до самого, до самых Нидерландов отправиться. Ну или да, как считаете нужно, пацаны? Туда. Это я так на свободе сейчас был. Здесь цемент и зерна, все что угодно тут можно. Что-то аримаска. У меня такое ощущение, что мы неправильно едем. Да не, почему правильно? Можешь немного разбавить, что я сейчас хз, что тут будет. Ну, я знаю, я вижу, что там красный стоит. Блять, что они с фоторежимом натворили, идиоты. Что-то аримаска. Все. Есть. Управлять поездом по расписанию. Ну, обед тоже по расписанию. Оп. Так, тормози. Я проебал. Да, поздно среагировал. Сука. Ну, 37 км это дохрена. Видишь, тормозной путь. Да я хотел сейчас все отнести, но, блядь, проебал. Проебал моменты нахуй. Делать так, чтобы ты его видел. Все. Ты ж в реале
Точнее, вы же в реале, блядь, когда? Вы же не будете вот эту камеру делать? Че, блядь, дрон будете запускать? Ладно, сейчас приду. Ждем, когда приедет. Да, 18:02. Ну какой поезд проехал? Охрен, а?
Ты на шестерке так быстро разгоняемся. Да, у этого типа галстук есть? Есть. А ты чё без галстука, блядь? Где твой галстук, нахуй? Ну хоть товар, блядь, не сломанный, то хорошо. Thank you.
Читер. Не, вы гляньте, блядь, на этого читера.
45 минут или 40 минут? Сколько это? 45, 40, что-то такое. 40, на минуту дольше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.